Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Sniper Elite 4. Убийство враждебных немцев. Так. Так. Они нас не любят, почему мы их должны любить, правильно? Ну, где же вы, где? Ну-ка, а если... Куда-то ушел. Не вижу. Так, что ты мне несешь? Так, ну-ка, давайте посмотрим, что вот это за... Нет, ну-ка, назад меняй. А этого сейчас так должны вырезать, чтобы не мешался нам. Тут никакой дырки нету в заборе. Самое главное, чтобы он на нас не смотрел. Так. Давай. Ну где же ты? Ну где же ты? Я так тебя ждала. Ну где же ты? Ну где же ты? Я ножик наточила. Встречаем мужа мы домой. Все. Скрытое убийство. Сейчас возьмем с него немножко. Где тут второй-то, которого я подбил? Вот он. Блин, их так много, блин, даже на одной локации. Так, тут ничего такого нету. Ладно. Вот этот, так. Вот, что надо было взять. Так, а что я сделал? Ну, что-то сделал, только я не знаю, что. Ладно. А у меня еще куча дел. Вот он, ты ходишь. Гаврик. Тут еще. Так. Ладно.
Ушел. Ушел, ушел. А эти внизу, да? Ну что, что, где ты будешь меня искать? Убил я твоего кореша. Все. Нету его. Забудь про него. Он у тебя неудачником был. Самое что, почему звук-то замаскирован был? Мой выстрел. Прячетесь? Ладно. Попал. Ну давай. Вот так. Офицера одного устранили. Даже не знаю, придут ли там к нему кто-то или не придут. Идем к следующему. Вот здесь в палатках вроде никого не должно быть. Вот, кстати, здесь вот тоже были люди, но сейчас их нет. Как я понимаю, это те, которые все приходили и приходили, хотели меня убить. Какие негодяи. Тут больше ничего нет. А нам больше тут ничего и не надо. Так. Так, он у меня что, все есть, что ли? А у меня все есть. Вот так вот. Это что, это что-то взорвать, да, можно? Там боеприпасы, все есть. Как он сказал, у меня все есть. Хочу, чтобы у меня все было. Мужик, у тебя все было, так стоять. Письма из дома. Ну, это бонусная программа. Не знаю даже, что она дает. Итак, смотрим. Да, так. Вот здесь вот можно что-то сделать. Так, надо через мостик туда пройти. Хорошо. Вот здесь я точно знаю, был человечек. Я его просто не успел отметить. Тень. Все чисто, конечно, все чисто. Я же старался. Вот они лежат тут парочка. Больше ничего не найти. Пулям придавило, другого шею перебило. Вот где-то здесь ходит болезненный, не отмеченный. Ну, в доме. Du darfst ihn nicht finden. Wachsam bleiben.
Зайди либо мал нах. На. Дурачок. Где второй? А пока книгу не ставят. Это где-то на втором этаже, наверное. Все быстрее, быстрее. О, меня кто-то видит. Так, минутку. Кто еще там? Ну давайте, давайте, я знаю, что вас там много. Или я уйду? Убежал. Я тебя не понимаю. Ой-ой-ой. Вот она угроза-то. Самая настоящая угроза для меня. Вот она. Вот все. Надеюсь, успел попасть в шум. Ну ты будешь не отсюда идти, тварь. Эй, да есть doch etwas. Да. Призрак. С отметкой призрак. Так, а с таких, да, я ничего не могу взять. Ну ладно. Давай, иди сюда. Come to me. Шнелле. Шнелле. Да, да тварь такая, да шевелись бетонами. Да. Вот так. Ты не кричи давай, падла. Кажется, собрал тут все полезное. Нет, надо еще один труп посмотреть. Да, я его все-таки пристрелил. Вот. Нет, не этот, вот этот. Так, на вышке мы его убрали. Тело. Еще у нас тела отмечены. Правда, я их не отмечал. Почему не отмечены у меня, я не знаю. Видимо, где-то собрал какую-то документацию. Вот. Так, смотрим, куда мне надо идти. Мне надо идти, ну правильно, сюда. Вон туда. Смотрим, что мы видим. Где народ? Народ, народ, народ. Думал, снайпер где-то может есть. Ну ладно, пока вроде нету. Пойдем по мосту.
Вау. Кто-то меня... Ага. Где? Кто посмел меня? Беги. Давай. Ну. Момент. Was war das? Оп. Оп. Ой, малый глуп, я не видал больших залуп. Так, мне вот этого бы убрать, да, до начала. Так, бежим, бежим, бежим. В домик. Бежим, бежим, бежим. Нас хотят убить, а мы хотим жить. Нас же не могут видеть, правильно? Так, вот это я даже не знаю, что. Вот он, что мне надо. Так. Так, троих мы уже там укокошили. Вон они сбегаются, воронье. Ой, не то, не то. Первый. Есть. Это единственное, что. Куда вот вы на мосту денетесь? Вот куда, спрашивается. Вот и все, я от вас ушел. В сторону только отклонился. Давай.
На. Да как так-то, блин? Ты мне падал, золотой вышел какой-то. Ой. Откуда? Блок. Не промах. Да. Дальше не пройдет, да? Ты как так крутишься-то? Да. Разорвала грудину. Даешь твою мать-то. Уходим, уходим, уходим. Посмотрим вот здесь вот. Так, 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 это не беда. Да, да, да. Заходим. Вон там еще что-то есть. Тут что надо, подберем. Я где-то тут видел. Вот она. Противо... Блин, мина что ли? Я думал, это аптечка вообще-то. О, как тут все. Как все продумано-то у меня. Так, люди на мосту собираются. А мы можем по низу пройти? Нет, не можем. Так. Самолет. Авиаподдержка. Не надо дожидаться. Сделаем все сам. Да как так-то? Так. Давай. Вот ты дебилушка. Ты последний был, да, как я понимаю? Давай посмотрим, что ты мне принес. Вот и все. Так, теперь здесь.
Ну нахрен он не нужен. Ой. Нехило, да, я вынес. Нехило. Больше ничего. Сколько я вас тут приголубил. Я благодетельствовал. Лично. А, тут не все оказываются, да? Не всех можно обыскать. У некоторых первоначально нету ничего. Бомжи. Опаньки. Так, подождите, а блокпост зачищен-то? Блокпост-то может и зачищен. Но у меня же там что-то надо сделать. Записки еще эти. Подождите, давайте посмотрим на карту. Ну, убейте Шмидта. Вон он там находится где-то. На фазенде. Ой, на фазенде. Фазенде. Смотри сейчас. Что тут у нас? Ой, господи, так это я еще не всех убил. Столько народу, а там еще тьма ближайшая цель. Так, 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 ну-ка, 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 ну-ка. Ракетница, тут у меня всякие штуки, мины, динамиты. Это что такое? А, лечи, бинт. Вот мне что надо было тогда. Ну да и ладно. Камень. А там свистят. Ну ладно. Так, маленько не то. Тут еще же что-то надо. Уничтожьте камеры. Нужно убедиться, что пропагандистские камеры уничтожены, нельзя позволить нацистам распространять свою траву. Воу! Какая прелесть. Где ты, падла? Вот я прям фибрами тебя ощущаю, только найти не могу. Ты призрак или чё? Или ты под землей? Как бы мне тебе тут... Ага. Вон оно чё, Михалыч. Так, предположим, если даже я вот здесь вот. Загашу. Нет, нет, нет. Вы не угадали.
Куда, куда? Нехорошо, если заставим ждать нашу знаменитость. Конечно. Ну-ка, назад, 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 назад. Нехорошо, если заставим ждать нашу знаменитость. Тихо, я должен успеть уйти. Так. Так, а где тело-то? Нет, я его должен обыскать. Ладно. Там на втором этаже они, что ли? Шмидт. Ну, чтобы снайпера здесь не было. Так, вести подрывную деятельность, это уже знать или... Ох ты. Вот так вот можно, кажется. Кто меня там видит? Здесь больше нечего искать. А куда это я попал? Они даже еще точно не знают, что случилось. Или что? Думаю, я собрал все, что мог. А нет, 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 нет. Ты кто меня там? Непонятно. Следующий, сказал заведующий. Я надеюсь, вы сами себя там взорвали.
Да. Что это за орхидея, братец? Вот так вот. Все-таки это был офицер. Не трус был, не трус. Так, ладно. У меня где-то тут бинты были. Вот так, смотрите-ка. Так-то их многоватенько тут было. Я как понимаю, они тут сами себя убили. Сейф. Сейф. А где сейф? Не вижу. Где-то он, может, на втором этаже. Тут больше ничего нет. Может, на втором этаже. Сейчас посмотрим. А может, где-то подвал есть. Охраняли его тут. Били. Ну-ка. Надо вряд ли, видать, думаю, подвал тут есть. А, вот, уничтожить камеры как надо. Все, понятно. Так. Значит, наверх надо. Вот почему там лестница есть, а там никого нету. Из-за сейфа. Но я только так вижу причину. Вот оно. И что мы? Да, люгер. Нет. Знаете ли. Ну что ж, вот еще один офицер умер. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Пока.